В Новосибирске на этой неделе впервые в регионе сдан объект по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Сбербанк и группа компаний «Стрижи» выполнили обязательства в рамках июльских поправок к 214 закону. Это революция на строительном рынке, а для банка – еще один повод доказать свою надежность и умение первыми видеть перспективные направления. На сдачу жилого объекта приехали первые лица сибирского банка ПАО «Сбербанк», что подчеркивает уникальность события. В Сибири первый проект со счетами эскроу, который финишировал. И мы этому очень рады. В целом, конечно, мы наблюдаем высокий очень интерес застройщиков к проектному финансированию в сфере жилой недвижимости. И Сибирский банк в этом году, и еще это не окончательные цифры, за 9 месяцев объем портфеля финансирование жилой недвижимости увеличится на 45%, и 62% проекта реализуются со счетами эскроу. Напомним, в июле вошли в силу поправки к 214 закону, который защищает покупателей квартир от рисков стать обманутыми дольщиками. Важную роль в этом играют банки. Они, по сути, являются гарантом сохранности средств граждан, открывая счета эскроу. Застройщик получает доступ к этим деньгам только после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. А чтобы строительная отрасль не стояла на месте, введено проектное финансирование. Банк просчитывает риски, рентабельность и покупательский спрос на жилье, выделяет деньги на его строительство. Эта инвестиция позволяет контролировать процесс и сроки сдачи. Первый опыт с группой компаний «Стрижи» превзошел ожидания. Хотя еще была возможность строить по старым правилам, но, я считаю, было принято правильное решение все-таки попробовать финансирование через проектное финансирование с использованием счетов эскроу, что позволило, на самом деле, гораздо быстрее ввести объект в эксплуатацию. По нашим оценкам, это там сокращение срока строительства составило более полугода. На строительство второй очереди солнечных часов ушло 11 месяцев. На месте старых аварийных бараков вырастает новый жилмассив. Это является частью программы по расселению из ветхого жилья, которую поддерживает правительство Новосибирской области. По сути, это можно назвать реновацией территории микрорайона «Стрижи». Это второй этап освоения этой площадки. Всего освоение состоит из трех этапов. В 2021 году мы закончим полностью расселение, в том числе и третьего этапа. Еще, значит, порядка 30 семей улучшат свои жилищные условия. И в Новосибирске появится еще два многоквартирных жилых дома. Символично. Новостройка, которая сейчас стала прецедентом в строительной области, стоит на месте дома, признанного аварийным 45 лет назад. Теперь это уже история. За счетами эскроу будущее, уверен застройщик. И быть пионером – это уникальный опыт, который появился благодаря Сбербанку. Перехода на новые правила игры мы решили, что с нашей точки зрения гораздо разумнее будет, знаете, как стоишь перед прорубью, да, разделся и прыгнул. То есть вот полностью сделать ставку на то, чтобы пройти первыми этот путь, вот, полностью освоить компетенции, полностью перетрясти систему организации не только финансовой службы, но и организации работ, потому что, ну, скажем так, проектное финансирование со счетами эскроу – это еще на порядок более жесткий и пристрастный контроль со стороны банков. Сейчас по проектному финансированию Сбербанка с использованием счетов эскроу строится 7 объектов. 3 из них – группой компаний «Стрижи». И это только начало. Новые правила работы на рынке жилья дают шанс не только крупным компаниям. У небольших застройщиков появится шанс получить поддержку своим стартапам. Главное, чтобы объекты соответствовали требованиям в новых условиях. Также Сбербанк снижает ставки по ипотеке, что может повысить покупательскую способность и оживить строительную отрасль. Ведь спрос, как известно, рождает предложение.